казахстанские активисты требуют отставки Владимира Божка, вице-спикера Мажилиса, Нижней палаты казахстанского парламента. Гнев народа вызван фразой Божка о том, что некоторых граждан, требующих господдержки, нужно ставить в стойло. Депутат заявил, что уходить из Мажилиса или извиняться он не намерен. В Алма-Ате несколько представителей общественных объединений потребовали приостановить полномочия депутата Божка и заявили, что нужно провести служебную проверку из-за некоторых его высказываний. На это вице-спикер заявил, что не собирается слагать свой депутатский мандат из-за сложившейся ситуации. Он подтвердил свое негативное отношение к иждивенчеству, уважение к честно работающим гражданам и нежелание отказываться от этой позиции. «Не люблю, когда несправедливо страдают те, кто справедливо работает, справедливо, прилагая усилия, воспитывает детей, платят свои долги и налоги. Мне добавить что-то сложно», – добавил он. Также Божка, народный избранник, жестко высказался об иждивенчестве. «В 17 раз увеличилась социальная поддержка населения за 3 года. Только за это надо встать на колени и поблагодарить государство. Когда человек ничего не делает, потом выскакивает: дайте ему все. Должно быть общественное мнение, которое будет ставить в стойло такого человека», сказал тогда Божка. Его слова вызвали возмущение в казахстанском обществе.